Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Вот такая вот у меня красивенькая орхидейка. Очень симпатичненькая, интересненькая, цветет, радует меня своим цветением. Покупала ее в магазине Леруа Мерлен. И вчера утром включаю цветы для цветов, как обычно, досветку. Все нормально, посмотрела на них, я всегда на них смотрю. У меня муж говорит, ты только с ними не разговариваешь, а так все с ними делаешь. Шутит он так. Я думаю, у многих мужья так шутят. И все отлично было. Вечером прихожу, выключаю свет. И понимаю, что с одной орхидеей что-то не так, как-то странно она выглядит. И что я обнаруживаю? У меня лежат рядом листочки. Смотрите. Вот так вот я ее обнаружила. Просто так, так. А это вот тут аккуратненько лежит. Здесь она пытается выгнать новый, причем листик. Она просто развалилась за сутки. Что произошло, я не знаю. Полив редкий. Корни есть. Что ей не понравилось, я не знаю. Но я читала, что такое бывает. У моей орхидеи это впервые. Из моих орхидей, что у меня есть в коллекции. А орхидея самая первая у меня появилась в году в 2016. Была после этого еще одна. Ну, как обычно. У меня один раз было вот такое, что орхидея вот так развалилась. Но она покупалась зимой. Долго, пока донесли, на улице было очень холодно. Она элементарно замерзла. То есть она у меня после покупки буквально на второй, на третий день вот так вот развалилась. То есть там все корни были, они как слизь такая. То есть там понятно было, там орхидея замерзла элементарно. А что здесь произошло, я не знаю. Как вариант, видимо, какое-то заражение было, которое сидело-сидело внутри и вдруг резко дало сбой. Сейчас будем потрошить. Я буду надеяться, что хотя бы пенек у меня останется. И из пенька буду ждать детку. Другого варианта у нас нет. Вот такие вот пироги. Без котяток.